Друзья, всем привет! Сегодня выбрался я в делянку посмотреть костры еще раз. Тут ветер сильный был, посмотреть, упали, не упали, но вроде все стоят нормально. Подпорки хорошо сработали. Вот я, например, месяц назад рубил. Вот, навскидку уже сухие поленья. Довольно-таки легенькие полежки березовые. То есть, в принципе, за месяц они уже подсохли. Еще месяц, и вполне можно ими топить. Приехал я сегодня в делянку с одним топориком. Взял термосок. Мне нужно примерно 3 черенка срубить в своей делянке. Черенок на рогатку, черенок на лопату. И, возможно, еще шестик в лодку новый сделать. Буду подыскивать такое дерево, не знаю, может... Какая-то елочка попадется, знаете. Ну там буквально 2 метра такие, может 3 метра с запасом возьму. Рубить буду именно в делянке. Делянка законная, так что никаких претензий, по идее, не должно быть. Документы на делянку есть, все нормально. Делянка здесь у нас выписана на 50 кубов. Территория тоже не маленькая. Сейчас потихоньку буду ходить, искать и что-нибудь себе подберу на черенки. Потому что черенки... Часто бывает, ну, бывает такое, что ломаются. Нужно всегда обновлять. Вот такой вот череночек, приблизительно 1,5 метра для лопаты. Для лопаты желательно березовый делать, чтобы, ну, он крепче. Еловые они пойдут на шесты в лодку и там на что-нибудь такое, на грабли. Более такое, знаете, полегче, на легкие работы. На метлу елка пойдет. Сейчас все это соберу, сколько, 4-5, может, черенков выйдет. За веревку привяжу и повезу на мотовездеходе до дома. Чай тут еще попью на природе. Все, черенок готов для лопаты. Так, второй будет черенок еловый. Например, на шест в лодку или, не знаю, что-нибудь можно придумать. На окучивальник, например. Также все вышкуриваю. Так намного быстрее высохнет. Буквально за неделю в дровянике это уже все высохнет. Таким вот макаром все. Все, готово. Вот такой вот аккуратный черенок получился. Кругленький, будет легенький. На окучивальник. Отлично. Ищу следующий. Все какие-то черенки кривые, поровнее никак не получается идеально найти. Да, ходить надо, смотреть все. Так, 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 надо березовый какой-то смахануть. Ну вот, есть еще один черенок. Этот уже побольше. Этот куда-нибудь пойдет. На какой-нибудь серьезный инструмент. Да, сегодня жарко. В лесу душно, гнуса столько, мошка, комаров вот прям. Вот овод сейчас появился на днях.
гудит жестко. Вот еще тоненький черенок сделал для метелки. Так, это у меня четвертый. Ну и еще какой-нибудь пятый найду. Там уже по инструменту распределю, что куда подойдет. Иду так по лесной дорожке, решил пройти, посмотреть, может, грибы есть. Конечно, маловероятно, но кто его знает. А, паутина. Вот такие пироги. Да, водов просто гул стоит. Слушайте. Это, конечно, конкретно. Ну вот, нашел еще отличную березу. Березовый черенок получится офигительный. Ровненький. Сейчас его обстригу. Лишний. И вот по красоте. Вот такой вот. Примерно двухметровый. Куда-нибудь. Вот на рогатку самое то пойдет. В картошку копать. Опа. Можно и чаек попить. В лесу пить охота. Когда что-то работаешь, потеешь быстро. Когда сильно жарко, вроде бы воды охота, но я предпочитаю все равно взять чай с собой. Пусть горячий, но чай как-то, мне кажется, утоляет жажду. Лучше. Глюкоза. Сладкий чай. В меру сладкий. Некоторые, конечно, дубасят туда, как сироп делают, но я так не люблю. Вот так. Романтика. Ху, гнуса сколько. Мошка появилась, вот вижу. Капитально вообще. Самый лучший, самый вкусный чай это в лесу. Птички поют, красота. Тучки сгущаются, кстати. Сегодня у нас дождик передают. Не знаю, может, к вечеру и будет дождик. Сейчас потараканю эти два черенка к тем. Там, сколько у меня? Три. Потом их свяжу, как бы в одну жердь привяжу к багажнику и так и потащу до дома. Ну что, чай попил. Можно легкой джазовой походкой идти к мотоциклу. Мотовездеход. Опа. Нисколько не жалею, что мотовездеход приобрел. Вот так вот практически в лес. Ну да, вот по тропинкам там, в лес куда-нибудь. Тяга на низах хорошая. На маленьких оборотиках. Тук-тук-тук-тук-тук. Колеса низкого давления, шины. И чешешь себе. По болотам не ездил. У нас таких тут болот особо нет. Да и мне незачем ехать по болоту. Так, по лесным дорогам. Просто красота. Багажники положил, рюкзак. Что там еще надо? И погнал. Сейчас вот так вот все на мотоцикле буду ездить. Потом сезон охоты откроется на боровую дичь. Буду на мотоцикле постоянно ездить. Вплоть там до снега сантиметров, когда уже 15 навалит, знаете, уже когда он в целое место не пойдет. Все буду ездить. А потом плавно буду пересаживаться на мотособаку. Вот такие пироги. В лесу красота, ребята. Всем советую вот так вот побродить. Даже просто, знаете, ни о чем. Сходить там, ну, да хрен, и просто ягоды посмотреть. У нас-то ягод еще нету. Черничного листа очень много, но ягод пока, ни одной ягодки, ничего такого не вижу. Ну, рановато еще, 1 июля все-таки. У нас здесь север, все попозже. Август, недаром говорят август. В августе все есть. Все ягоды и грибы. Такие пироги. Ладно, сейчас увяжемся. И вперед, и с песнями домой.
Потом, фу, блин, паутина. Потом все это дело подсохнет. И буду инструмент насаживать. Ну, вот так вот сейчас привяжу 5 черенков на веревку. Прям удавкой так завяжу. За комли. Думаю, нормально пойдет. Дядька тут в делянке кололи дрова. Попросили пилу утащить. Пилу вот на багажник тоже положил. Такая вот картина репина. Вот так надо завязать, чтобы никуда не делись. Чтобы не рассыпались. Каждую надо на удавку взять. Все, готово. Можно ехать. Вот дядька пошли с делянки, покололи дрова, поскладывали. Береста вот мешок еще. А сейчас тоже сзади поеду. Вот так вот увязался. Думаю, жерди эти не выпадут. Вот этот, правда, блин, сомнительный как-то. Ладно, посмотрим, может за кору зацепится. Там на дороге надо перецепиться будет. Так, пилу привязал. Все нормалды. Трогаемся. Ну вот так вот приехал, все благополучно, ничего не отвязалось, ничего не разболталось, все отлично. Вот такая вот небольшая поездка в лес, посмотрел, пока ни ягод, ни грибов, черенки заготовил, чай в лесу попил, красота. Ладненько, спасибо всем за просмотр, желаю всем удачи, пока.